Виталий, поиграй с Мишей, пожалуйста. Очень рад, что наконец-то выиграли первую игру. Конечно, тяжело далась, опять 2-0. Удаление эти вот подвели, опять же, мы сейчас все пропустили, сравняли, но спасибо ребятам. Играли до конца, вы уважаемые, молодцы, стояли, там будет уже опасный момент. И по буллитам выиграли. Я поздравляю Динамо и партнеров, честно, Латвию. Победа первая, будем продолжать так же следующую игру, но не того, что будем играть третью. Но все-таки чем связано с тем, что не смогли счет, скажем так, удержать до конца матча победный? Ну, хорошо забили наши ошибки в меньшинстве и подвел к тому, что с двумя голами быстрее. Мы даже не успевали когда встать в зоне своей, да, и какие-то броски вот, быстрые, резкие, без подготовки дошли. Как, ну, сегодня все голы были забиты в большинстве, с чем это связано? Ну, как всем видите, вот, сейчас вот, все игры показывают, что кто забивает большинство, тот выигрывает, да? Большинство команд, которые сейчас выигрывают, как самое СКА, забивают по 2-3 гола, бывает и по 4, да? Ну, к этим будем тоже стремиться, потому что будем работать. Петр, и последний вопрос. Вы ли все-таки хотели сами пробить или все-таки больше шли на отыгрыш, скажем так, вратаря? На обыгрыш хотел. То есть уже планировали заранее, да? Да. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам.